Наша региональная общественная организация ХМАУ Югры Православное Братство решила организовать серию товарищеских матчей с целью укрепления дружеских взаимоотношений между жителями нашего района. Поступило предложение поддержать проект в Сургутском районе территории дружбы. Мы, конечно, как представители Дагестана, откликнулись, поддержали. Сегодня сыграли матч дружеский. Победила дружба. Две команды сыграли, показали отличный футбол. Мы хорошо провели время и ждем следующих матчей.
Поблагодарите команду. Ой! Да, взаимно, да. Все, давай.